Здесь я купил уже сувениры себе, купил несколько лягушек, несколько открыток для... И что еще купил? Кожаную сумочку такую, знаете, для денежек. В принципе, вот так вот. Вот видите, юка пальмы. Вот, видите, это юка пальмы у нас тут растут. Очень красиво. Такой вот ресторан в таком стиле, видите. Интересно очень. Тут много сувенирных лавок. Да, кстати, где можно купить очень даже хорошие вещи. Помню тоже помню эту сувенирную лавку здесь. Тоже интересно. Вот видите, Буравида, Коста-Рика. Тоже интересные. Такая вот разновидность. Многое все из дерева сделано, конечно. Вот. Можно попозже пойти купить что-то еще. Майки вот для девушек есть. То есть интересно все. Я не буду снимать лямблези, чтобы не смущать. Будда хаус. Да? Красиво, правда? Здесь, наверное, тоже делают массаж, я не знаю. Вот. В таком интересном стиле, да? Так, знаете, такой релакс, хочу вам сказать. Видите, какое растение красивое, да, друзья, вон, видите, туда вот вверх поплелось, очень необычно. Ура. Какой ганеша, гляньте. Обалденный ганеша, конечно. Такое интересное местечко, здесь можно тоже, наверное, отдохнуть. Тоже, наверное, есть, не знаю, похоже как на какой-то небольшой гостиничный комплекс. Да, вот видите, как красиво. Можете сюда приезжать, прийти, если хотите расслабиться. Наверное, здесь можно сделать массаж и так далее. Ой, как красиво, гляньте, папайя так, знаете, высоко так вылезло.
Очень интересно. Так я не пойму, это ресторан или что? Ланч. Наверное, здесь тоже можно покушать. Наверное, индийская кухня, возможно, какая-то тоже. Вот видите, тут все в долларах. Здесь все в долларах. Hola. Hola. Так вот здесь внутри. Видите, как красиво. Is this restaurant? No, English. Is this restaurant? Sí. Okay. На данный момент я спросил, ресторан закрытый, вот, поэтому я так как-то думал покушать, может быть, но видите, то есть вот так вот все выглядит, тут даже есть небольшая сценка, вот. Очень красивая стена, заметьте, да, вот, очень красиво все сделано, так, очень вдохновляюще, да, вот, очень так, релаксация, я хочу вам сказать, приятное такое место, молодцы, конечно. Чтобы знали, здесь есть такое место, так что если будете в Джако, вы знаете, где это можно. Куда можно тоже прийти еще, да, вот. Вот. Там делают массаж, вот. Там вот такие вот стульчики, видите, вот интересные. Там он делает массаж, девушка. Наверное, тайский массаж. Интересно, конечно. А вот очень красивые стульчики. Не сфотографировать невозможно. Поэтому, друзья, если что, Будда Хаус, если вы будете здесь, в Будда Хаус, приезжайте. Я думаю, вам понравится. Вот. Необычная атмосфера, вот, да, казалось бы. Тоже вот есть, видите, номера, я так понимаю, где можно остановиться, вот, в таком вот стиле интересном. Будда Хаус, так что вы поняли, да, куда можно прийти, уединиться. Здесь сразу же сувенирная лавка, можно купить сувениры, вот. Много чего из дерева, видите. Такая вот маечка. 3 штуки за $20, нормально. Вот. Ну, я такой, знаете, не любитель таких деревянных, прям много украшений. Хотя, не знаю, ну, тоже интересно, конечно, но... Вот. То есть, вот так вот, видите, все интересно очень. Приятно оказаться, вы знаете, там, где ты уже был, скажу вам честно.
Здесь немножко другая атмосфера, больше, знаете, людей, которые увлекаются хиппи, да, культурой, вот. Вот тоже такое интересное дерево здесь, вот оно только цветет, интересно. Ола. Как-то вот оно цветет, так интересно, гляньте, да? И гляньте, какая красивая фреска на стене, да? Очень, очень впечатляет, очень красиво, действительно. Ола. Очень красиво, да, вот в таком стиле. Такой чисто южноамериканская центральный стиль. Вообще очень красиво. Красивая фреска, да, вот. Хочу вам сказать, очень красиво сделано. Действительно. Прям Покахонтас. Очень оригинально, правда, друзья? Вот так вот на деревьях растут тоже орхидеи, видите? Вот так они вот сбираются, так вот, видите, как вот здесь. Да, вот так вот они растут. На них солнце не падает, они в тени, и отлично. Вот. Но это не орхидея, это что-то другое. Вот. Сейчас потрогаем, как оно вот. Ну, как сказать, знаете, такое ощущение, как будто это, ну, как кожа ящерицы. Да, вот так вот. Тоже вот красивая фреска, гляньте. Правда? Не сфотографировать невозможно просто. Оригинально, конечно. Уже как на приватную собственность здесь, поэтому я лучше пока отсюда пойду, вот, дабы не смущать людей. Вот это район Хако, да, Джако. Вот, я думаю, что многие поняли, о чем я говорю, то есть, как говорится, меньше слов, больше дела. Просто лучше показать, и вы сами все поймете. И не нужно лишний раз это вот объяснять, рассказывать. Все, все постепенно. Такая вот аллея, можно идти. Но это лучше делать вечером, потому что здесь днем сейчас очень жарко. Очень. Я сейчас тоже хочу где-то покушать, остановиться. Но я лучше для вас сделаю сейчас видео, потому что потом, если я поем, мне уже не будет охота ходить. Да, вот здесь тоже молодежные кафе есть. Вот это что-то новое. Здесь раньше такого не было. Я не помню. Здесь можно сделать тату, видите? Вот. В японском стиле наверняка. Так что, если приедете на Коста-Рику, на Джако, вы знаете, где можно сделать еще и тату. Прекрасно. Вот. А если вы хотите отправить почтовую открытку кому-нибудь, да, так просто это не получится, потому что надо покупать марку. А марки так просто не продаются, надо идти на почту. То есть, тоже своего рода. Здесь тоже даже можно купить такую сетку для... Не знаю, тоже интересно.